Накануне в России отметили День славянской письменности и культуры. Праздник связан с именами братьев Кирилла и Мефодия. Они создали славянскую азбуку, которая легла в основу письменности десятков языков мира. В нашей стране проживает более 190 народов, и важно сохранять и поддерживать их культурное наследие. На это направлены и поправки Конституции. В частности, речь о статьях 68 и 69. В них сказано, что государство гарантирует всем народам право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения, а также защищает их культурную самобытность. Говорится и о гарантии прав коренных малочисленных народов в соответствии с нормами международного права.